это самсы. С весенними травами. Пудина в Таджикистане, это самса с пудиной. Пудиной. А это борсок. А как это, смотрите, чуть жесткий, это в Таджикистане так принято, чуть жесткий борсок. Орзук. По-таджикски орзук это, орзук. Я в первый раз отмечаю Новый год, то есть Ноурус, в Кыргызстане. И это действительно здорово. Здесь так много людей, ощущается мощная энергия, и можно встретить представителей из очень многих стран, которые также приехали сюда отметить праздник. В нашей стране мы тоже отмечаем, переодеваемся в национальную одежду, ходим друг к другу в гости. Неотъемлемой частью торжества является, конечно, саманак. Это сумалёк. В первую очередь я хочу поздравить кыргызстанцев с праздником Ноурус. Мы здесь представляем свою японскую культуру и национальную пищу. В первую очередь это, конечно, суши, и они действительно всем пришлись по вкусу. Буквально за 15 минут мы распродали все, что привезли. В Турции мы тоже отмечаем Ноурус, но, как по мне, менее масштабно. А здесь, в Кыргызстане, настоящий праздник. Мне очень нравится. Мы уже второй раз справляем Ноурус именно здесь и представляем свою национальную кухню. Мы приготовили традиционное турецкое печенье курабье и пиде. А это долма, приготовленная из риса и мяса. Наше традиционное угощение. И, конечно, айран. Вообще у уйгуров отмечается Ноурус так же, как у всех тюркских народов. Сегодня мы представляем культуру уйгуров. Это получается прикладное искусство, инструменты, национальные костюмы. Это у нас идет национальный инструмент, он называется даб. В основном играют мужчины, его сначала нагревают, чтобы был хороший звук, а потом уже получается как бы под такт его стучат. У нас в Карачаево-Черкесии проводят фестиваль айрана, который готовят, знаете, в огромных котлах и угощают всех гостей, приезжающих к нам в Карачаево-Черкесию.